В Якутске накануне отметили Международный день музыки. Праздник прошел во Дворце спорта 50 лет Победы. Его посетила и наша съемочная группа. Более 300 детей стали участниками марш-парада фанфары Туймадии, посвященного Международному дню музыки. Самые маленькие участники торжества – воспитанники детских садов города Якутска, которые с раннего возраста начинают приобщаться к прекрасному. В детских садах есть кружки музыкальные, они бесплатные. Музыкальные занятия проходят два раза в неделю общие и, конечно, кружки практически каждый день. Изюминкой мероприятия стало участие духовых оркестров учреждений культуры и образования Государственной филармонии имени Кривошапка. Выступающие порадовали зрителей яркими музыкальными номерами, а на общее исполнение были представлены произведения Ангелины Файрушиной «Сахам Сире» и Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце». Праздник называется «Фанфары Туймади», потому что будут принимать участие духовые оркестры Государственной филармонии, духовой оркестр Высшей школы музыки и музыкального училища. В течение всей недели с 25 сентября по 1 октября во всех районах Якутии проходили торжественные мероприятия, приуроченные Дню музыки под девизом «Деятели искусств детям». В школах звонки были заменены на классическую музыку. Проведены классные часы с деятелями музыкального искусства, преподавателями учебных заведений. Мы ратуем вместе с Министерством образования об увеличении часов обязательных на занятия музыкой и изобразительного искусства, а также хорового искусства, чтобы дети хотя бы до 8-7 класса они посещали и были в этом процессе. В детской школе искусств номер 1 проходила выставка книг «Музыка добра». Там же был организован стенд «Музыка нас связала». Также в рамках недели была проведена акция «Дети детям» для детей, обучающихся в ДШИ и владеющих игре на музыкальных инструментах, которые продемонстрируют свои умения воспитанникам детских дошкольных учреждений и образовательных школах. Юлия Великодная, Сусанна Рожина, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.